Многие согласятся, что автомобиль давно неотъемлемый атрибут в жизни современного человека. И несмотря на ужесточение требований к обучению и приему экзаменов, в автошколе «Старт-Авто» с этими изменениями успешно справились. Регулярное повышение квалификации преподавателей, новейшее оборудование и проверенная система обучения. Как итог, уже порядка 10 лет автошкола «Старт-Авто», как один из лидеров рынка нашего города, выпускает подготовленных водителей. Девушка! Почему вы выбрали эту автошколу? Автошколу много, почему именно эту? Посоветовали знакомые, находится рядом с домом, отзывы хорошие. Сколько вы обучаете? Уже около 2 месяцев. Как впечатление? Хорошие. Все прекрасно знают, что обучившись, пройдя теорию, практика дается не так уж просто. Для этого здесь существует замечательная штука. Вот этот тренажер, который показывает все реальные дорожные ситуации. То есть, в принципе, абсолютно безопасно. Можно сесть. Здесь все есть. Руль, педали, коробка переключения, даже ремень есть. То есть мы садимся и отрабатываем движение, которое мы будем повторять на реальном автомобиле. При этом здесь все абсолютно по-настоящему. Есть другие участники движения, автомобили. Но самое главное, здесь есть возможность просто повеселиться, пока нет инструктора. Все, вы попали в ДТП. То есть сразу рассказывать, что ты натворил. Во-первых, я не пристегнул ремень. Я попал в ДТП. Там сидит серьезный мужчина, благо они все компьютерные, поэтому он спокойный. Здесь проходит обучение по всем категориям, в том числе и вождению мотоциклов, квадроциклов, автобусов и других видов транспорта. Автопарк из 29 легковых автомобилей и площадка, которая по ГОСТу должна составлять не менее 2400 квадратных метров, на деле площадь в 10 тысяч. Ну, пока был подростком, было желание мотоцикла больше, чем машины. Но сложилось так, что все-таки приобрел машину. Вот. А последние пару лет, покатавшись на мотоцикле летом, ощутил этот кайф ветра, свободы. И хочется ездить на мотоцикле с правами, со страховкой, все положено. К сдаче экзаменов ГАИ мы полностью курируем подготовку документов у наших учащихся. В случае, в том числе, записываем на госуслуги. В случае неуспешной сдачи экзамена, что тоже бывает, мы согласуем с ГАИ даты пересдачи и повторно предоставляем учащимся на пересдачу. Мы своих не бросаем, у нас каждый получает водительское удостоверение. Кроме того, в автошколе создали максимально комфортные условия для учеников. Например, действует рассрочка по оплате, распределенная на весь срок обучения. Если встал вопрос получения водительского удостоверения, то добро пожаловать в автошколу «Старт-Авто».